перед новогодние праздники английский, французский, венский вальсы, а также танго, ча-ча-ча и множество других ярких танцев. Турнир «Зимний бал» в Севастополе проводится впервые столь масштабно. В соревнованиях участвует около 400 пар от самых юных дебютантов до профессиональных танцоров, но для каждого критерии оценивания одни. Значение имеет все. От подготовки, физической формы и кондиции до прически, внешнего вида и хорошего настроения. Виктория и Сергей уже показали отличные результаты в категории «Ювеналы» первый дебют. За время партнерства из всего разнообразия бальных и спортивных танцев больше им пришлось по душе латиноамериканское направление. У меня любимый танец – джайв, потому что он такой быстрый и очень нравится мне. Для ребят эта золотая награда стала пятой, хотя вместе танцуют недавно, но уже успели поездить по Крыму. Ребята танцуют в паре еще только полгода всего лишь. И они очень серьезно к этому турниру подошли, очень хорошо готовились, кроме общих занятий, они индивидуально занимались. Умнички, я за них рада, Очень большой рост, очень быстро растут, это здорово. Это тренеру приятно, и родителям приятно, ну и деткам приятно, конечно. Всего было представлено 40 номинаций. Одни натанцевали на медали, кубки и дипломы, а все остальные получили бесценный опыт соревнований. Кира Калинина, Денис Александрович, программа «Наше время».